Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ривенгард. Давай-ка зайдем в гильдию и посмотрим. Друзья мои, фулочка. Все, 20 из 20. Причем я смотрю, тут активный чат у нас идет. Да более знакомые никнеймы. Ладушки. Так, ну что, а я, пожалуй, буду дальше проходить основную сюжетку. Хотя... Красный крыс из Вельма. Сколько у меня? 75. Может быть, пройти еще чуть-чуть? Блин, а что так долго откат идет, а, ребят? Ладно, у меня есть две попытки. Также у меня есть берег сокровищ. Правда, вот немножко не хватает, да, чтобы сыграть. Ну что же, я, наверное, немножечко здесь поиграю. Не уверен, конечно, что дойду, но постараемся до босса. Так, 46-я миссия. Довольно неплохие призы, поэтому давай сразу начинать в бой. Слушай, это какая-то как жаба, да? Похоже. Так, ну что у нас тут? Опять эти гоблины никчемные. Так, у них, я смотрю, броня. Поэтому здесь очень хорошо пойдет наш дракон. Пускай влупляет. Ну, в принципе, неплохо, ребят. А сейчас... Ага, сейчас я не достаю. Я боюсь, как бы мне короля не ушатали. Ой, короля. Мага, елки-палки. Просто он так похож на короля. Да отвалите вы все. Ну-ка, давай-ка я попробую, знаешь, что... А мне никак так не сделать. Цепная молния, конечно же. Че я тут парюсь особенно? Так, ты добьешь этого? На-ка! А ты, дракончик-то, наверное, вот этого. Не добил. А так? Добил. Ну что же. Победа за нами. Молниеносная. Кстати, скоро у нас Тара получит уровень. И это будет классно. Но ты не забывай, что тут шмотки. Шмотки очень важны. Потому что если у тебя крутые шмотки, соответственно, ты можешь очень круто прокачаться. Броня плюс 5. И это на нашего мага Арея. Слушай, это круто. Маг сам по себе слабый, поэтому броня уж точно ему не помешает. Так же, как и нашему Таро не помешает, извини меня, дополнительная атака, здоровье, тоже броня. Потому что он у нас воин. Лунный какой-то. Ну что, мы с тобой переходим на 47-ю миссию, смотрим. Так, здесь есть маги, здесь есть воины. Тут кольчужка, кстати. Блин, смотри, какой прикольный, а, ребята. Какой-то павший самурай. Значит так. Три мага и два воина. Я думаю, что здесь мы с ними легко разберемся. Только вот я, пожалуй, уберу медика и поставлю нашего Монти. Монти здесь, мне кажется, очень даже хорошо зайдет. Ну что, давай-ка попробуем. Никак, да? Никак не получится вызвать нам нашу конницу. Тогда давай сделаем так. В плане, да я не хочу способность никакую делать. Давай сюда переходим. Здесь ты полыхнешь огнем. Как же он хорошо бомбит. Я обожаю наше солнышко. Такой еще никнейм веселый. Солнышко. А этих надо бомбить магией. Монти, ты сможешь добить вон того мага? По идее мог бы, если бы стоял чуть ближе, да? А сейчас не может. Вот и плохо. Так, Монти, давай вот сюда. Да нет, вот сюда встань, пожалуйста. Ах ты мелкая гаденышка. На тебе в ответ. А этого сейчас ушатаем в плане. Блок, какой блок? Слушай, ну-ка давай-ка стрелой в него. Крит, удар, и он выжил. После крита он выжил еще, ты прикинь. Ну все, ему крышка. Да что ты... Он что себе позволяет? Еле уложился, ребят. Одолейте 30 существ фракции какой-то. Ух ты. Смотри-ка, ты видел, какой свиток мне там выпал? Так, ну что, на 3 звездочки, как всегда. Слушай, давай мы сделаем с тобой проще. Мы будем проходить, наверное, там штук 5-6. После этого будем расставлять, чтобы не отвлекаться. А то мы туда-сюда все время с тобой мельтешим. Смотри, какой эльф. Злобный. Так, а здесь я что, могу доп поставить? Нет, допа я поставить не могу. Я могу просто единственное вот сюда вот, наверное, переставить.
Начнем. Ух ты, тут 5 магов. Хотя... Ну, давай попробуем. Странно, у него была защита от магии, и все равно я его подбил. Так, пропустим здесь с тобой ход. Я думаю, этих будет более чем достаточно двоих. Ну-ка, коняшки, разберитесь. На, на. Что-то не особо не разобрались. Так, наверное, нам надо Монти сюда с тобой подвести. Почему так мало ходит, а? Я хочу, чтобы он ходил очень-очень далеко. Все, заломали, короче. Ага, династия Ринзи. Вот нам кого нужно подбить. 30 персонажей. Окей, переходим с тобой на следующий. Ну, здесь одни воины. Смотри, какая милая бабуля эльфов. Конечно, расстановка не самым лучшим образом здесь идет. Давай-ка я вот так вот поменяю. Поехали. Ну что, дракончик, жарь. Не понял, это как они умудрились? Они выжили. Так, коник, давай-ка мы, наверное, тебя переведем вот сюда. Так, Монти. А что Монти? Монти максимум можно вот сюда вот поставить. А мага вот сюда. Слушай, если я, наверное, вот сюда его все-таки уберу. Ну, посмотрим. Угу, угу. Это все было терпимо. Ну что, Монти, пора. Пора тебе вот этого, наверное, убрать отсюда. Блин, он еще умудряется выжить. А если вот так? Тэн, тэн. Тут цепная молния обязательно. Сразу такая подчистка рядов офигенно идет. Так, дракончик, ты... Ну давай вот этого. А ты у меня не пройдешь, да? Ты... Да нет, все отлично. Все, друзья мои, опять мы уложились с вами. Темных героев нужно будет еще одолеть 10 штук. Если бы не попадались бы, конечно бы я попытался. Ну что, 50 уровень у нас с тобой. Кстати, подожди. Нет, сундучок пока еще не готов. Ох ты. А, это убийцы, ребята, это ассасины. Надо быть аккуратным, смотри. Сразу мне почему-то вспоминается фильм «Игры престолов». Блин, а почему вас так разбросало-то всех здесь, а? Начнем. Так, солнышко, будь добр. Солидно, солидно ты сделал. Так, если мы сюда перейдем. Это уже вот это вот, да? Убийцы. По-моему, они. Сейчас посмотрим. Ну да, именно они стреляют. Так, давай-ка вот этого попробуем нахлобучить. Не особо, конечно, сильно. У этих еще маг защита, оказывается. Ну-ка, давай так вот. Ну, здесь-то ты в плане. Ты даже здесь не можешь вызвать. Ты обязан вызывать. Вот. Тыч, тыч. И он выжил. И он выжил, ребята. Ну-ка, давай сюда. Это хорошо без крита, друзья мои, выходит. Если бы здесь был бы сейчас крит, рыцарь бы 100% бы отдуплился. Так, цепнуху. Давай сюда. Прекрасно. Добить сможем? Сможем. Ну что, великолепно. Оу, Монти получил у меня новый уровень. Ты посмотри, сколько карточек мы получаем. Кто-то из подписчиков написал мне: Рэй, я 3 раза подряд получал, говорит, по 100 карточек на одного из персонажей. Но так их мне и не дали. Вот это интересно, очень странно. Почему такой баг? Что карточки ты заработал, а тебе их не дали? Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого-нибудь такое повторялось или нет. Так, улей. Мы до него, видимо, еще не дошли, да? Ага, смотри, здесь с двух сторон на нас нападает. Здесь и здесь. Тут больше к магической, да, защите. Тут больше к броневики.
Могу еще одного героя поставить. А, я убрал Монти. Давай-ка я вот так, наверное, сделаю. Начать. Давай-ка. Вот такие вот. Оу. Слабоват, конечно. Ну да ладно. А если вот так? Так, а теперь полыхнем. А вот тут-то как нам быть? Ну давай попробую с цепной молнией. Почти идеально. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, родные, вы чё? Да. Это вот добьем. На тебе. Этого надо уничтожить. Так, минус. Блин, я боюсь. Уберем его. И правильно сделал, что убрал. Потому что он мог критануть, выстрелить в моего мага, и тот бы распластался. А сейчас... Ай-яй-яй, я не могу, да я не успею. На тебе. Пропускаем ход. Ну все, добиваем. Нормуль. Опа, Тара получает у меня уровень. Ну, а мы с тобой продолжаем. Сейчас по-быренькому, наверное, пройдем. Смотри, уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На седьмую миссию мы с тобой идем. Опять же здесь вояки, но не забывай, что у них уже по две звезды. Не одна звезда, а по две. Так, давай-ка иди сюда. Будем сейчас... Блин, какие же они крепкие, а? Ну-ка, цепная. Обожаю цепную молнию. Потом еще вот так вот. Изи. Да ну, хорош. Давай, ребята, его. Так, так. Посмотри, сейчас сопротивляется мне. Тара очень хорошо наносит крит урона, я заметил. Так, скоро Рэй получит у нас уровень. Что это за свиточки такие, а? Видимо, на кого-то, может быть, на лучника. Так, 53-я миссия. Видишь? По две звезды. У остальных по одной. Какие-то свитки, ты видел? Вначале были свитки на наконечники, теперь свитки на щит. Так, кого-то можно поставить. Естественно, я поставлю солнышко. Ну что, давай, родная моя. Твой молот здесь пригодится. Так, теперь, наверное, сделаем цепную молнию. Почему-то маловато как-то. А ну-ка, вжарь туда. Ну, дракон, конечно, вообще крут. Тут ничего не скажешь. Крут и все. Пинаем. Раз, два. Ну-ка. Ой, мне не жалко. Так, ну что, добьешь? Нет, не добьет, а ты? А ты добил, молодец. Красавчик. Есть. Блин, у него шестой уровень. Прикинь, у моего Арея. Это классно. 54-я миссия. А почему не пишут, что легкий бой? Я могу как-то его усложнить или что? Или это просто как бы по умолчанию все. Так, дракоша. Сейчас будет весело. Ничего веселого, если честно. А если цепную? Обожаю. Так, теперь, наверное, мы все-таки поставим. Да, друзья мои, боюсь я вот за этого толстячка, за Тара. Ой, ты посмотри, вот видишь, насколько они сильны вот под своим критом. Что они вытворяют? Давай, бам, бам. Так, если мы, например, встанем, а куда тут встать? Тут некуда встать. Давай просто атакуем. Недобитыш. Давай-ка, нет, не будем. Нормуль. Сюда. Крепкий. Так, прекрасно, минус один еще. Если встану сюда и молотом, а? Идеально. Молниеносная, да? Победа.
Слушай, мы сегодня с тобой просто, знаешь, со скоростью света летим. Просто со скоростью света. Но я почему-то сомневаюсь, что мы с тобой одолеем этого босса. А хочется. Лазурная башня. Хочется его победить. Как с тем боссом мы с тобой, конечно, очень долго мучились. Так, что? А, минимум 3 героя. Так у меня и так 3 героя. Вот только Монти здесь не нужен, я думаю. Здесь мы поставим, наверное... Мага. Так, ну что мы можем себе позволить? Вот так вот. Идеально. Так, а вот здесь, наверное, нам надо... Классно. Так, маг, убей. Смотрим. Пока все хорошо. Цепная молния нам в помощь. И добиваем. Тремя справился вообще моментально. Сколько вот жетонов нужно для того, чтобы прокачать следующего героя? Мне что-то дают, 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 дают. Я не вижу, чтобы... Ой, не то, не то, подожди. Вот же у нас. Смотри, какая черепаха или кто. Да, черепаха. Куда бы тут... А, нужен еще один герой. Ну, давай вот сюда вот. Короче, поехали. Блин, цепная здесь как-то... На, сразу вынес, чувачка. Что-то дракон мой. Давай-ка вот так сделаем. Хопа, хопа. Дракона сюда, наверное, переведем. Вот так вот мы их кучно всех поставим. Твою ж налево, блин. Так, минус, да, гоблин? А если я... Если я встану сюда, я ход пропускаю, да? Или нет, все нормально, ребят. А если... Давай цепную. А этот-то как интересно избежал. Что-то я не понял. Ты что за фрукт? Вот это что такое, ребята? Я не могу понять. Так, погоди секунду. Завалим? Завалим. Так, здесь. Так, сделаем. Какой крепкий. Я серьезно говорю, он крепкий, он очень крепкий. Я не могу. Я не понимаю, в чем проблема, ребят. Да на тебе. Мы не уложились с тобой, да, в три хода? Нет, все нормуль. Фига, а что он такой был? Я его бомбил, ему по барабану. Он то блокирует, то еще что-нибудь делает. Так, ладно. А это еще кто такой? Вон они, да, все спрятались. Что-то мне туда не особо сильно хочется врываться, если честно. Я вот здесь вот сбоку постою, наверное. Пускай они сами ко мне идут. И они пришли. Так, дракончик, давай-ка мы тут их всех. Хорош на них любоваться. Так, теперь сделаем вот такой вот ход. Тынь, тынь. Цепная молния им в помощь. На. Добить сможешь? Сможешь. Но тут проще пареной репы. А уровень уже не так легко, ребят, набивается, как ты заметил, да? Еле-еле, потихонечку. Так, забираем с тобой сундук. Так, монетки. Гемы. Кольцо. Сапоги. Опа. А вот это что-то новенькое, ребята. Это символ фракции династии Ридзи.
Так, а что-то у нас тут еще задание. Выполнили, да? Забираем. Монетки, жетоны. Три штучки, да, получили? Три карточки. Так, дай-ка я, наверное, здесь сейчас быстренько расставлю все, что можно. Новый ранг, давай. Новый ранг, ребята, получил нас Арий. Так, подожди, что-то мы опять тут с тобой повышаем уровень. О, жетон призыва. Давай попробуем посмотреть, кто нам здесь выпадет. Итак. Ох ты. Такой мне еще не выпадал. Так, я еще могу дальше, что ли? А, ну да, скиллы. Конечно же, прокачка скиллов. Неотъемлемая наша часть. Так, смотрим дальше. Давай сюда. Свиточек воткнем. Монти можно прокачать. Выстрел. Так, все что ли? Нет, не все. Браслет. Гибба и Гобба. О, Таро. Браслет, ранг. Повышаем, ребята, новый ранг. Давай здесь. И прокачка. Слушай, а вот что нужно здесь? Вывести героя до редкости необычной, чтобы открыть эту способность. Если Таро не двигался во время этого хода, то получает еще 20 единиц брони в конце. Ого. Ну да, действительно, ребята, как провокатор у нас идет. И ничего ты с этим не поделаешь. А вот это вот что такое? Ты видишь, у них мало того, что звездность, а еще тут одна палочка, тут три палочки. Может быть, это и есть как бы показатель силы. Ну-ка. Дракончик, ты, наверное, вот сюда вот пыхнешь. Этого попробуем нахлобучить. Какие они тяжелые, ребята, начинаются на, именно на разбор идти. Так, ну-ка. Маги против броневиков очень хорошо, ребят. Ну, тихо-тихо-тихо, смотри, смотри, что творят, а. Вот именно об этом я тебе говорил. Ну-ка, на тебе. Добьешь? Красавчик. Так, нам нужно с тобой идти туда, наверх. Офигеть, они бомбят. Ну ты посмотри, сколько здоровья уже оставили. Давай попробуем так, наверное. Опа, с удара. Блин, почему-то я боюсь ее здесь оставлять. Пойдем-ка уберем. Маг. Ты посмотри. Ах ты, жучара, ты паршивый, а. Ты видел, что он сделал? Да, конечно, ты видел. Ты же не слепой, елки-палки. Он догнал и сделал удар. Так дело не годится, ребят. Так дело не годится. Переигрываем, конечно же. Только знаешь, что я думаю? Я, наверное, уберу и поставлю Монти. Почему Монти, ты спросишь? Ну, во-первых, он дальник. Конечно, по критовке он не особо хорош. Но урон он наносит лютый. Так, давай-ка мы... Ага, не получится, да? Зато здесь получилось. Ну-ка. Смотрим. Ты видел, что они творят? Вот так вот, ребята. Вот то, что они там делают, вот то и погубило нашу девчулю. Они просто конников всех запинали, прикинь. Всех конников моих запинали. Уходим. Блок, блок. Хорошо, что блок сработал. А, давай вот этого. Хорошо. Так, теперь попробуем. Нате. Ну, по крайней мере, минус один боец. Блок, ты прикинь, что творит, а? В блоке стоит. И не пробить его. Опять начинает, а?
Вот нервирует меня просто. На, получи свое. Так, давай отсюда бомбить. Даже без критовки, ребята, не получилось. Ну, в ответку мы ему бомбанем. Все. Какие-то слишком, блин, сильные пошли противники. Я серьезно говорю. Слишком сильные. Я боюсь сейчас представить, какой будет здесь босс. А он будет буквально уже сейчас. Так, что у нас тут? Подожди-ка. А, я, кстати, не забрал монетки же бесплатно. Точно. Три задания выполнил. Забрать. Так, что-то еще входящее. Так, комитет фестиваля дает мне 55 цветочков. Спасибо этому комитету. А все равно, по-моему, не хватает мне, да, чтобы купить. Сейчас посмотрим, кстати. Сейчас мы с тобой глянем. Сюда, да, нужно зайти? Нет, хватает мне. Ребят, я беру. Сундук. Так, 600 монет. 3 гема. Ух ты, как это чаша. Книга. Ого, выглядит солидный чувак такой, да? Лавра героя Мамон. Так, сколько у меня? 5, нужно 150, чтобы следующий сундук открыть. Так, неделя первая, неделя вторая. Сколько там? А сколько осталось дней? Так, где-нибудь это описывается, сколько дней осталось? Не знаю, ребят, но я вам скажу одно. Мы молодцы, мы очень классно бомбим. Очень хорошо продвигаемся, поэтому я сейчас тоже. Надо будет на аренку еще сходить, посмотреть хотя бы, что тут. И берег сокровищ. Ну, давай уже в начале босса все-таки бомбанем с тобой. Тут осталось-то 2 уровня. Бомбанем, если он меня, конечно, не пробьет. Слушай, это какая-то фракция этих мурлоков, ё-моё. Че, всего 3 героя? Вы серьезно? Да, ребята, они серьезно. 3 героя мне дают всего. А здесь, наверное, нам сделать надо вот так вот. Офигею. А если вот так? Так, и цепная молния. Попробую. Окей, тут сработало. Ах ты, гадюка, а? Ну-ка, на тебе. Минусанули сразу же причем. Вот эту нужно взять на себя. Этого добьем. Нормуль. Теперь... О, справились. Блин, так. Новый уровень получил, да, у меня? Конник наш. Ну что ж, давай, наверное... Ребята, боссик уже тут. Наступает нам на пятки. Так, прокачаем призыв. Сюда монетку. Новый ранг, конечно. Ну что ты там? Давай сразу же. Так. Жареный цыпленок. Можем, конечно, книгу. А можно и не надо. Так, если сэр Матео завершает ход рядом с одним или... обоими эфирными рыцарями, каждый из них восстанавливает ему 20 единиц здоровья. Нифига, эти рыцари его еще и хиляют. Друзья мои, момент истины. Босс 2 звезды имеет. Ну что же, давай посмотрим. В лесу все стихло, будьте осторожны. Слишком поздно для осторожности. Берегись, это ловушка. Вы попали прямиком в мою паутину. Сдавайтесь. Ни за что. Слушай, она что, королева пауков, что ли? Ты посмотри, паутина везде. Как думаешь, будет нормально с таким отрядом? Давай попробуем. Для начала, как всегда, попробуем сделать. Отлично. Так, Монти. Блин, Монти нифига не может... Подожди, мне нужно подниматься, что ли, к ней? Так. Ну давай я вот сюда встану. Ты пробьешь? Пробил. Я не знаю, что делает этот босс пока, ребята.
Что? Он кого-то убил, причем сразу же. Мне туда не залететь. Ну-ка. Ага. Давай-ка вот так. Блин, я не могу сделать провокацию. Почему? Давай поближе встану. Дракончик сюда перелети. Офигеть. Ну-ка, на тебе. Ага. Да чтоб тебе, ты посмотри, а. Да, мы ее, конечно, победили. Новый уровень получает у меня солнышко. Мы ее победили, но на одну звезду. Так, продолжайте сражаться с Пари, чтобы получить достаточно осколков ее ей открыть. А как я буду тебе с ней продолжать драться? Так, тут уже бабулечка у нас какая-то. Так, подожди секунду, что у нас здесь с тобой есть? Меня сюда отправили. Но я не вижу, чтобы я что-то мог... А, призыв, камень призыва. Ну-ка. Ох ты. По-моему, я видел эту девчулю, она с молотом. Так, давай здесь прокачаем. Книгу. Ну давай применим. Так, ребята, а теперь я хочу пойти. Знаешь куда? Ну, во-первых, на фестиваль, да? И на берег сокровищ. Посмотрим. Так, тут, кстати, можно выбить хорошую книгу опыта. Не какую-то там маленькую уже, а довольно серьезную. Ну, в принципе, меня устраивает наша команда. Что нам тут? Раз, два, три, четыре. Четыре врага будет, да? Я не могу понять, почему мы не можем атаковать с тобой сразу же, например. Вот эти вот коконы. Можем, ребята. Только на них нужно вставать. Блин, а я рядом встал. Но я этого не знал. Теперь буду знать. Опа, смотри, какая книга. А я тебе говорил. А я тебе говорил, что будет книга здесь хорошая, опыта. Давай сюда встанем. Эх, не добежит. Блин. Я хочу книгу эту взять. И зажарить. Угу. Еще дары. Да, ну, ломаем. Бомбим. Туда ли ты будешь? Так, что у нас тут? Тут монетки. Я монетки заберу. А тут тупик. Да чтоб тебя. Понятно. Короче, ничего не могу там сделать. На тебе. Так, два кувшина еще, да, принесет мне? Забираем деньги. Окей. Так, ну что, гемы еще принесет. Где гемы? Вон гемы. Кувшин уничтожаем. Все. Нет, не все, ребят. Сундук какой-то, смотри. Ок. Но не успел. Не успел чуть-чуть добрать там кое-что. Блин. Еще попытка у меня будет или нет? По-моему, ребята, нет. Да, не, вот чуть-чуть не хватает. Через полтора часа. Ладно, здесь. Слушай, а что у нас тут? Задание выполнил. Забираем. Угу.
Где у нас эти герои? Гиба и Гоба, вот они. Сколько нужно еще? О, смотри, 50 жетонов нужно собрать. Я на них уже сколько жетонов, ребята, получил. И почему-то мне не дают. Да? Как вот это можно объяснить? Так, арена героев. Фестиваль. Так, у нас фестиваль, где он проходит-то? Вот он. Забрать деревянный сундук. Монеты. Тот самый порошок, ребята, который нам нужен. Оу. Это все куда? Так, подожди-ка. Что делать-то? Сразитесь с боссом. То есть ледяного дракона мы с вами подбили. Следующий у нас с вами идет огненный дракон. Вот оно что. Блин, бомбу не активировал. Ребята, я не активировал бомбу. Значит, теперь огненный, да, дракон у нас тут. Так, нужно еще герой взять. Берем, поехали. Блин, не взял. Говорю, надо взять еще героя и не взял. Молодец. Ты как всегда, Рэй. Так, он уже немножко покоцанный, да, я смотрю. Уже ребятули начали его бомбить потихоньку. У него тут, конечно, способности, будь здоров. Ну-ка, полыхнем. Блин, я своим ударом бомблю по своим. Оказывается, если они стоят в зоне. Сейчас призовет, да? Ой, ой. Да ну. Вы, блин, серьезно? Что-то мне такой расклад совсем не нравится. Так. Сюда. Дай-ка вот сюда перелечу и поджарю. Отгад. Смотри, что жгет теперь нас тут. Просто. Просто жгет, жарит. Маг может уничтожить сразу и... яйцо. Сразу отдуплиться. Да. Да, тут, ребят, крышка нам. Будем бомбить все-таки по дракону. Но здесь... Хотя... На тебе, гаденыш. Сложный. Отличный бой. Да, конечно, отличный. Но 293 урона я нанес ему. Так. Может быть. Сейчас, подожди секунду, я гляну здесь. О. Выковать. Улучшить. Больше нету, да? Применить. Угу. Книжечку применили. Так, что-то тут у нас улучшили, да? Улучшили. И здесь можно. Погоди-ка, а какой лучше-то? Наверное, железный лучше, да? Оставить. Так, смотрим. Тара, а что у тебя? Щит. Выковать, улучшить. Не хватает ресурсов, понял. Ну что, ребята, сколько тут наносит урона? Я пока... Нанес больше всего, да? 293. Нет, не... Вон тут
Ванек, 688 нанес урона. Пока абсолютный топчик. Так, бомбы, на тебе. В бой. Ну, какой. Напоминает мне чем-то этого. Звездных воинов. Блин, может быть нам... Не знаю, больше дальников ставить. Вот так вот попробуем. Ну что, поехали. Норм. На тебе. Не достаем, да, слишком далеко, я понял. Там будем гореть. Давай. Да ты можешь просто сюда перейти, да? Ты сюда. Эта фигня загорится, да? Не достаем. Ну все, пропускаем ход. Ой-ой-ой-ой, какой ты ватненький, оказывается. А маг-то не проще, не легче. Маг у нас с тобой, оказывается, не легче. Ну-ка. Сколько? О, 20, нормуль. А если еще сейчас... 105. Вот это Монти красавчик был. Монти был красавчик. Стреляй. 17, да? Блин, ну мы не успеем с тобой здесь. Это одни яйца бомбить, тогда получается дракона просто не трогать. То есть тут выбор, либо бить дракона, либо уничтожать яйца. Естественно, я буду бить дракона. Нам уже бить-то неким с тобой. Все, улетел. Сколько я нанес ему? 240. Солнышко получил уровень. И, по-моему, я сейчас не смогу уже ничего сделать. У меня попытки кончились, да? Нет, да, попытки кончились. Итак, получается, Ксу. Я нахожусь на 4-м месте среди лучших участников. На первом Ванька у нас идет. Потом идет Ксу, 705 урона. Фрайзен нанес 680, а я всего лишь 645. Но все равно неплохо, ребят. Попробуем его завалить в этом сезоне. Так, ну а пока я качаю нашего дракончика. Так. И здесь. Так, у нас какие-то еще испытания открыты. Дай-ка я гляну. Здесь не хватает. Гильдейские рейды. Стой, подожди. Здесь вот так нарисовано, да? А тут, смотри. А, ну тут все правильно, тоже что-то я. Да, я ошибся нечаянно, ребята. Герои. Вы пришли в следующую лигу. Новая лига, ребята. 50 монет. Так, жрачка, флакон, меч. Угу. Так, загрузка противников. Ё-моё, 4 звезды. Явно я с этим не потяну. Давай вот этого возьмем. Сколько? У меня мощи вот, да? А у него? А у него побольше будет. Поехали. Так, может быть нам вот этого убрать? Я что, не могу заменить, что ли? А, это у врага, елки-палки. Что я смотрю, это вражеские эти. Слушай, а у него медик есть, а у меня медика нету. Нет, у меня медик есть тоже. Так, я, наверное, вот так вот сделаю. Вот здесь уберу. И вот так вот. Только надо их поменять местами.
Вот таким. Начнем. Че, я первый, что ли, хожу? Можно я пропущу ход? Ага. Ну что, ребят, пойдем. Сюда я хочу вжарить. Дальше. Вот так сделаю. Ага. Сможешь добить? Нет, Мунти не может. А если помогу? Опа. Цепная, наверное, вряд ли тут хорошо прокатит. Давай вот так вот сделаем. Ну и вот так вот. Смотрим ответку. О-о-о-о. С чего? Она хиляет полностью? Это для меня новость. Хорошо, то есть если я сделаю... Ну-ка. Ну это, наверное, у него полностью хиляет. У меня... У меня ничего полностью не хиляет. Я даже не смогу добить. Ай-яй-яй. Хм. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Нам нужно уничтожить лучника. Монти, почему так слабо бьешь, а? Ладно, ребят, смотрим. Ай! Сможешь? Крит. Крит прошел. Теперь следующий. Как... Как мне избавиться? Хильнемся. От этих всех. Ты смотри, блин, что делает, а? Успокойся ты, блин. На тебе. Блин, жалко Монти. По-моему, Монти, ребят, сейчас подобьют. Это еще живет. Окей, Монти, уходи. А куда ты уйдешь? Тут уже, как говорится, кто кого. А, друзья мои, я его победил, как ни странно. Он немножко был меня посильнее, но я его вырубил. Вот она моя, да? Чтобы получить сундучок. Так, смотрим дальше. Хм. А где моя-то мощь? Моя мощь где прописана? Минус 40, минус 32. То есть при победе я получаю 94. При проигрыше у меня минусуются, да, мои очки? Хм. Задание. Забрать. Еще давай мне. Окей. Не уверен, что здесь смогу справиться. Но я попробую. Тяжелый бой написано. Тяжелый бой. Я даже не сомневаюсь почему-то, ребята, что здесь будет тяжелый бой. Так, нам бы с тобой уничтожить в первую очередь Монти. И... Так, у него нет дракончика. Мне бы здесь бы, конечно, не помешала бы... Воительница.
Ладно, начнем. Для начала огонь. Найс. Ну-ка. Изи. А давай-ка теперь вот так сделаем. Слушай, ну это вообще шик. Это шик. Урон. Даже не сомневался, что так будет. Добиваем. Так. Да-да-да, он броневик, поэтому только маги игнорируют броню. Ага. Так. Ну что, поехали? Все. Слушайте, ребятушки, очень-очень хорошо у меня выходит пока. Ведь запинал же, чувачка, запинал. Так что, все норм. Сундучок мне деревянный дают. Книга маленького опыта, такой наконечник. Ага. А, за каждую, видимо, ячеечку дают. Понял. Так, а у меня больше нету. Или есть? Подожди, по-моему, есть. А, 15, да? Я 2 потратил, то есть осталось только 13. Но здесь можно попробовать вот этого, ребят, вольнуть. Не уверен, конечно, но... Остров Муруроа. Слушай, чем-то похоже, что вот было до этого. Вообще один в один, да? А ну-ка, дракончик, вжарь сюда. Ага. Подожди-ка. Давай так сделаем. Ну да? Такое мы уже с тобой видели. На, Монти, получи. Получи, распишись. Ать, выжил. Супостат. Зря ты, Монти, так делаешь, зря. Я же тебя раздеребаню сейчас. Так, вот враг, да? На тебе. Фига мы бомбим. Ай, ай, ой. Куда ты, Монти, забрался? Вот надо кого бомбить. Вот этого парня, будь добр. На тебе. А, с этими-то все равно надо драться, да? Ну да, с этим рыцарем все равно надо драться. Ну, е. Ну что, ребята, прекрасно. Очень даже прекрасно. Так. Босса мы сегодня завалили. Немножечко сегодня подрынкали. Да, все очень хорошо. Все очень прекрасно. Ну что, я думаю, на сегодня пока этого будет достаточно. Обязательно продолжим уже в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.